читает стихи для labyrinth.ru. Тронула Ангелина 8 лет, Лорета Си, дети войны. Оборванного мишку утешала, девчушку изувеченной спит. Не плачь, не плачь, сама не доедала, у сухаря оставила тебе. Снаряды прилетали и взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете. Ты и я, а за деревней рощица дымилась, брожена чудовищным огнем, и смерть вокруг летала злой птицей, бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск плыхнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голосом не слышно, победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война!